квадрат площади 2 клетки. Просто есть клетчатая бумага, и на этой самой клетчатой бумаге нарисован квадрат площади 2. То есть у вас сторона корня из двух? Да. Задача. Можно ли его разрезать на кусочки и из этих кусочков сложить 2 квадрата единичной площади? Я думаю, это все знают. Вот что такое квадрат площади 2? Это вот так, правда? Отлично. Все понимают, что он состоит из 4 половинок клетки. Отлично. А что мы можем сделать из этих половинок? А вот так. Значит, представьте себе, 1, 2, 3, 4, а здесь 1, 2, 3, 4. То есть я взял такой вот квадрат и сумел сделать из него прямоугольник размером 1 на 2. Очевидно? Я сейчас возьму какие-нибудь другие площади. Сейчас единственная проблема, мне все время приходится рисовать эту самую клетчатую бумагу. Вам, конечно, намного легче, но, что называется, потерпите. Итак, так, и так. Согласны, что если это рисовать точно, то это будет квадрат? Да. Отлично. Теперь вопрос. Каким образом превратить вот этот квадрат в полосу? Да очень просто. Смотрим вот на такой треугольник и рисуем его, ну вот, например, здесь. Согласны? Да. Размером 1 на 2. Да. Ну, дальше. Нет, там нижний треугольник не надо заход. Нижний треугольник не надо, совершенно верно. Да, вот так, да? Давайте я вот штриховал. Теперь вот этот вот. Давайте вот так вот отмечу. Ну, не знаю, мне кажется, это очевидно, честное слово. И давайте этот я вот так вот штриховал. Дальше вот так вот квадрат. Да, и вот эта одна клеточка просто перерисовывается. Мы получили вот такой вот квадрат. По площади равен 5, и при этом вот показано, как разрезать и как сложить. Очевидно? Очевидно. Вопрос. Можно ли как-то обобщить вот эту картинку? На самом деле, конечно, можно. Я вам нарисовал квадрат размером 5 на 5. Дело в том, что 5 это 2 плюс 3. Я мог взять совершенно любого размера квадратик. Это не имеет значения. И дальше делаем такую простую штуку. Проводим вот так. Проводим вот так. Все понятно? Так и так. В чем идея? В том, что у нас вот этот отрезок, это какая-то величина А, в данном случае 3. Вот этот отрезок, это какая-то другая величина B, в данном случае 2. И дальше они вот так вот идут. А, Б, А, Б. Давайте сейчас поймем, какова площадь вот этого квадрата. На самом деле это очень просто понять. Прошу прощения у тех, кто это, что называется, уже и так давно знает, потерпите. Эта теорема называется теорема Пифагора, одно из важнейших вообще достижений математики с очень древних времен, это известный факт. Так вот, в чем идея? Мы можем, смотрите, вот эти вот треугольники изобразить по-другому. А именно, мы можем на доске выделить квадрат 3 на 3 и 2 на 2 и разделить оставшиеся прямоугольники вот таким вот образом. Ну, на самом деле, как разделить диагонали не имеет значения.
важно, что у нас возникли те же самые четыре треугольника. Согласны? Как здесь, так и здесь. А это означает, что площадь вот этого квадрата и вот этого вместе такая же, как площадь вот этого. То есть, если обозначить сторону буквы С, то мы получаем вот эту вот теорему. Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника. Давайте я отдельно этот самый треугольник нарисую. Вот он, прямоугольный треугольник. У него один отрезок это B, другой отрезок А, гипотенуза С. Так вот, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов качества. Какое это имеет отношение к изрезанию? А уже просто. Я могу забыть про вот эти внешние треугольники. Давайте я просто тряпаю сейчас. Потому что я уже сделал главное. Я объяснил, что площадь этого нашего квадрата это а в квадрате плюс b в квадрате. Да? И давайте посмотрим только на вот этот вот собственный квадрат. И его сейчас очень простым образом я разделю на те самые четыре треугольника и один квадрат. Вот один треугольник. Ну, я не знаю, мне кажется, что дальше уже всем понятно. Понятно или не очень? Что? Понятно. Теперь смотрите, когда есть вот такой вот 2 на 3 и такой 2 на 3, то из них получается прямоугольник размером 2 на 3. Получается такой прямоугольник. И из двух других получается такой же прямоугольник, тоже размером 2 на 3. Ну, а в общем случае размером А на В, да? Вот. Ну и еще клетка в центре. Между прочим, если здесь вот одна клетка возникла, то это не потому, что всегда будет одна клетка, а потому что в нашем случае 3 минус 2 это 1. В общем случае вот этот квадратик будет размером А минус В. Ну, лучше помогут написать то, что никто из них больше АИБ не знает. Вот с такой стороны. Ну, пририсовываю эту клетку. И получается ответ. Значит, 2 умножить на 6 это 12, плюс 1 13. Действительно, 3 в квадрате плюс 2 в квадрате 13. Ну, все получилось. Так, смысл поняли? Таким образом, если число это сумма двух квадратов, то мы можем квадрат соответствующей площади нарисовать, чтобы у него вершины были в узлах клетчатой бумаги, и при этом мы можем его разрезать на части, чтобы вот все получилось. Так, все поняли? Точно? Точно. Хорошо. Это для таких квадратов. А теперь возникает важный вопрос. Скажите, пожалуйста, а если число не является суммой двух квадратов? Ну, самое маленькое такое число π. Вот нам дали квадрат площади. Не очень понятно, как его рисовать. Вообще, представьте себе, у вас задача нарисовать квадрат площади π. Вы это сможете? Как? У вас есть клетчатая бумага? Да. А линейка? Ну, линейка, циркуль. Бумага в клеточку, линейка и циркуль. Как нарисовать? Точно нарисовать. Квадрат площади 3. Это надо сначала построить вот как? Вот единственное, приучите себя не говорить слово «надо». Ребята, это очень правильная штука, когда вы думаете, что у каждой задачи есть единственно правильное решение, что надо делать так. Это неправда. Надо,
Нет. Ребят, смотрите, можно. Приучите себя к слову «можно». К слову, мы сейчас делаем так-то. Часто бывает, что можно как-то и по-другому. Но вот мы сейчас сделаем, вы сказали абсолютно разумно. Действительно, если у нас есть, ну я опять долго буду рисовать клетчатую бумагу, но как только нарисую, все будет хорошо. Итак, вот это вот у меня клетчатая бумага, нормально? Площадь, клетчатая, понятно? А теперь надо воспользоваться теоремой Пифагора. То есть, вот этот вот отрезок, давайте обозначим длинным А. Вот этот вот отрезок обладает замечательным свойством. А в квадрате равняется 2. Ну, потому что это 1 в квадрате плюс 1 в квадрате. И мы сейчас рисуем вот здесь отрезок длины 1 под 90 градусов. То есть, продолжая вот эту вот диагональ, может быть, я не очень помню, нарисовал, очень вы понимаете. Продолжаем ее и рисуем здесь отрезок длины 1. Тогда здесь вот возникает прямоугольный треугольник. Здесь возникает некоторый отрезок x. Так вот, x в квадрате, по теореме Пифагора, это а в квадрате плюс 1 в квадрате. То есть 2 плюс 1, то есть 3. Мы уже не попали в узел сетки. То есть эта точка как-то тут попала туда. Как-то вот она куда-то попала. В смысле? Довести можно, только площадь убирать. Нам нужна площадь ровно 3. Тогда вот этот отрезок станет длиннее. Если вы доведете до вершины, вы правы, что здесь по диагонали туда пойдешь, то попадешь ровно в вершину. Но если вы доведете сюда, то здесь будет тоже А, и тогда здесь возникнет отрезок длины 2. А нам нужен отрезок меньше длины. Вообще, если посчитать, корень из 3 это будет 1,7 и так далее. У кого есть калькулятор, можете посмотреть, там будет много знаков, даже бесконечно много, да, это нерациональное число. Дробишься на этом 10 там, или 100 или 1000, его, разумеется, не представишь, и вообще никакой рациональный дробь не представишь. Но сейчас разговор не о том. А разговор о том, что у нас возник отрезок. Мы знаем, что если вы нарисуете квадрат со стороной x, то его площадь равна 3. Вот здесь написано. X в квадрате – это задача. Как его разрезать на кусочки, чтобы превратить в полоску размером 1 на 3? Как этот квадрат превратить, разделить на прямоугольники, да, потом сделать их со стороной 1, после этого лесенку сделать в полоску, одна из сторон которой единицы, ну а соответственно вторая тройка. Это замечательно. Универсальный способ. Это замечательно. Коля намекает на то, что вообще-то для любых двух фигур одной площади существует разрезание, которое переводит одну в другую. Это правда. Эта теорема называется теорема Байяи-Гегеля. Это люди 19 века. Байяи участвовал в открытии неевклидовой геометрии. Это такая геометрия, где сумма углов треугольника наоборот, меньше 180. И там к любой прямой из точки, не лежащей на этой прямой, можно провести несколько не пересекающих прямых. То есть в привычной вам эвклидовой геометрии, если есть прямая точка, не на этой прямой, то параллельная прямая проводится единственным образом. А вот в неэвклидовой геометрии очень многое похоже на обычную школьную геометрию, но картинка такая. Есть вот такие вот, они тоже прямые, и они не пересекают вот. В математике по-настоящему разобрались с неевклидовой геометрией где-то во второй половине 19 века, а придумана она была в первой половине 19 века.
придумана была замечательным образом. В Германии это был Гаусс, великий математик Ханс Фридрих Гаусс, который не опубликовал это свое открытие. Это был абсолютно разумный его выбор. Дело в том, что тогда в философии очень модна была идея о том, что существуют, так сказать, заранее, до рождения человека, в него там врожденные истины. Был такой философ Кант, который... Сейчас есть такой город Калининград, знаете? Вот, тогда он назывался Кёнигсберг, это была часть Германии. И вот в этом самом Кёнигсберге жил великий философ, у которого был большой авторитет, и Гаусс не захотел с этим авторитетом спорить. Это был на самом деле мудрый поступок, да? Потому что вообще как математик понимает, какая чушь вся эта философия, и не обязан тратить, что называется, свою жизнь на вразумление, да, всякие идеологии, философии и так далее. Да, просто что есть бред, который, там, пусть он и великий философ, но к реальной жизни, там, к реальной науке его слова не имеют никакого отношения, ну, как и вся остальная философия. Вот, и, соответственно, Гаусс решил просто не публиковать это свое открытие, потому что зачем тратить жизнь на философские споры? Он подумал, что ну все равно в дневниках он есть, что называется, умру, найдут, опубликуют, вот, а мне дадут нормально поработать. А вот в России Лобачевский опубликовал эту идею, и Бояе тоже. Ну вот Бояе написал письмо Гауссу, и Гаусс имел глупость ответить Бояе правду о том, что вот он тоже это знает, ибо я не поверил. Сейчас он уже ответил, что потом, когда вы подумаете, вы там узнаете еще о... Да, то есть Гаусс ответил в стиле, что вы молодец, все замечательно, но вот, знаете, вот есть вот еще такой факт, есть еще такой факт, вот тут еще подумаете и узнаете еще много интересного об этой геометрии. Понимаете, у Гаусса было открытий огромное количество. Ему, что называется, было некогда их записать. Да? Он совершал и в физике, и в астрономии, и в математике открытия, что одно за другим, а у Бояи оно было чуть ли не одно. И поверить, что другой человек может, что называется, вот так вот просто сделать такое великое открытие и не рассказывать об этом миру просто потому, что иначе ему там журналисты и философы помешают работать, в это Бояе не поверил, был абсолютно потрясен. Ему казалось, что Гаусс, что называется, украл у него открытие. Вот такого рода открытия великие в некотором смысле не зависят от личности. Потому что просто математика пришла уже тогда к уровню, когда открытие неевклидовой геометрии было абсолютно неизбежно. И, соответственно, ребят, когда занимаются, так сказать, такого рода приоритетными спорами, это всегда глупо, потому что просто развитие математики пришло к моменту, когда уже обязаны были эту самую штуку открыть. Так вот, я сейчас скажу про Бояе вещь, которая, наверное, еще больше его, что называется, рассердила бы и разозлила, если бы он это знал. Дело в том, что эту самую теорему Бояе-Егера по существу багдадский математик Абуль-Вафа. Может быть, и кто-то еще знал, да? Вот, а именно, Абуль-Вафа занимался разрезаниями там, квадрата на части, и по ходу дела у него были вот разные картинки. Абуль-Вафа родился в 940-м, умер в 998-м году. Понятно, да? Mm-hmm. Что? Недавний? Слушайте, вы понимаете, что было в России в 940 году? Вспомните школьный учебник истории. Ой. Что было в 940 году? А? Ну, там. Основание Москвы. Что? Основание Москвы. Основание Москвы это 1147. Основание Москвы это вбили колышек и сказали, что там здесь будет деревня. Это, кажется, падение Лиссабонского замка еще. Нет, все замечательно, ребят. А что было в 940? Ничего.
там леса, поля, ягодки. Что-то типа. Ни о какой математике уж точно никаких мыслей не было, правильно? А между тем, в Багдаде был математик. Кстати, а в Европе что в это время было? Да. Просто 1940-й. Да. Просто 1940-й. Нет, не во время Второй мировой войны. А, в 1940-й? Нет, нет. Во время Второй мировой войны уже создавали атомное оружие. Вот эти вот задачки, они, извините, понятно, да? Для кружка там 5, 6, 7 класса они замечательные, да? И даже для 11 класса там можно рассказывать. Но, извините, к последним уровням математики они уж точно не относятся, поверьте, да? Нет, именно в 940-м, да? В 940-м году. В Европе тогда вообще тоже совершенно, извините, никакой наукой не особо, да? Вещь простая. В те годы основной, что называется, интеллектуальный потенциал был в арабских странах. Вы сейчас воспринимаете мусульманство как что-то такое ужасно отсталое, там бегают, там, не знаю, там, на Израиль нападают, да? Не ужасно отсталое, просто не самое лучшее. Более таких продвинутых странах уже такое, а там да, вот да, да, отлично, отлично. А было совсем наоборот. В 940 году христиан воспринимали как вот этих вот диких, ничего не понимающих, уничтожающих любого ученого. И наоборот, в мусульманских странах наоборот были ученые, был этот самый там Абуль-Вафа и другие, другие, другие. На всякий случай, Лобачевский где работал? Знаете или нет? Совершенно верно. Он работал не в Москве, в Казанском университете. Давайте я вам такую картинку нарисую. Ее довольно часто рисуют в книгах, когда площадь 5, то смотрите, что можно сделать. Можно представить себе такой крест, представили? Из 5 клеток. Да? Вот. А дальше, как его легко перепланировать в квадрат? А вот так. Вы видели или нет? Или нет? Отрезаем, вот это ставим сюда. Отрезаем, ставим, отрезаем, ставим. Даже клеточки не надо рисовать. А? Даже клеточки не рисовать. Ну да, да. Вот, но когда три, тяжелее. Вот этот квадрат размером 1/1. Вот, например, могу думать таким образом. Площадь вот этого треугольника – это половина клетки, правильно? Да. Поэтому я могу нарисовать вот такие штуки. Это будет площадь как раз 3, правильно? Вот. Теперь очень интересный вопрос. Как такую штуку, площадь которой действительно равна 3 клеткам, превратить в квадрат? Сделать угол 180 градусов. Как? Что такое сделать угол 180 градусов? Совершенно не. Сейчас надо провести вертикальную, горизонтальную ось симметрии. Да, и что? И после этого отразить треугольнички, получившиеся относительно их гипотенуз. Ну, возникнут 8 треугольников. Это половинки равнобедренных треугольников. Да, и что? Их надо отразить относительно гипотенуз. Так. То есть предложение такое. Разрез сначала картинку вот так, да? Сейчас не получится. Не получится. Ну, то есть получается, у нас 5 числа 3 уже ничего хорошего. Может, просто... Ну, хорошо. Тогда я вам попытаюсь нарисовать картинку еще по-другому. Смотрите, я здесь вот откладываю такой треугольник. Дальше здесь откладываю еще такой треугольник, здесь откладываю еще, и, наконец, здесь еще. Получается фигура вот с такими вершинами. Интересный вопрос. Можно просто соединить вершины? Как ее превратить? Здесь вся проблема, ребята, в чем? Мы не можем получить ответ в
виде квадрата, у которого вершины лежат в узлах клеток. Мы понимаем, что число 3 – это сумма квадратов. Поэтому это, конечно, замечательно, я нарисовал такую штуку. Но как получить из нее ответ? Ну, давайте, там, ну, можно нарисовать картинку из квадратиков 1 на 1 и корень из 2 на корень из 2. Да. Вот это уже будет решение. Ну, а давайте, перед тем, как ее рисовать, мы посмотрим, а все-таки, может быть, здесь что-то можно. Взять здесь середину. Давайте я поэкспериментирую. Я не уверен, что у меня сейчас получится. Взять середину, дальше провести вот так и сюда. И здесь то же самое провести вот так. Смотрите, что тогда будет. Вот этот треугольник, он будет такой же, как этот. Согласны? Да. А вот в чем проблема. У нас возникнет вот это вот место. То есть этот треугольник сюда, это, конечно, замечательно. Вопрос, что мы будем после этого делать вот с этим местом. Оно возникает лишнее и непонятно, что с этим местом. Все. Наивные способы, объявленные непонятными,